карьеру, кто-то семью, кто-то и то, и другое. Вся наша жизнь – это сплошная стройка, а наша работа – за ней наблюдать. И сегодня мы в городе Саки, где строят. Я не знаю, что строят. Здравствуйте. Добрый что день. Что здесь строят? Набережную строим. А, набережную строят. Ну, это же ебано. Вот озеро, вот набережная. Симпатично, кстати, да. Здесь что, копаем? Нет, мы не копаем. Долго будет стоять? Нет, очень быстро. Откапываем? Мы не откапываем. Закапываем? Не закапываем. Endeavor. Вырубай! Вправо и влево, вот так. А вот так надо делать? Не надо. Паска, паска получится. Нет, не надо. Оп. Совсем скоро это место станет не только любимым среди пешеходов, молодых мамочек, но и для любителей активного образа жизни, роллеров, скейтеров, велосипедистов, почти 3 километра идеальной дороги. Ой, по фонтану еду. Настоящее счастье для курортников и жителей города Сак. А на какой стадии сегодня находится строительство объекта? Потому что мы идем уже почти по готовой набережной, и все-таки есть еще над чем работать, я так понимаю. Мы к этому объекту приступили в ноябре прошлого года. По контракту у нас окончание ноябрь 2021 года, но имеем планы завершить в этом году. Объект состоит из 5 участков, разделен как тематических. Сейчас мы на 5-м участке. На 5-м участке, в принципе, все работы, кроме озеленения, потому что озеленение мы отложили на осень из-за погодных условий Крыма. Кроме озеленения тут все завершено. То есть и освещение, и фонтан сделан, космос, и пляж сделан, и площадки. То есть тут остались только деревья и мало архитектурной формы. Так, а он работает уже? Ну, можем включить. Можем включить? Давайте так, по хлопку. Он вас, наверное, слушает. Работает. О, класс! Это правда, что таких фонтанов нет не то, что во всей России, а во всем мире? Это какой-то уникальный просто объект? Да, действительно так. При разработке фонтана мы пытались понять, какое решение лучше использовать. Либо датчики, либо какие-то другие устройства. Но в итоге сошлись, долго обсуждали на новой технологии. Это применение нейросетей искусственного интеллекта. В данном случае она будет работать как определяющий фактор движения человека. Человек подходит к ребру, ребро отключает подачу воды, и он спокойно проходит, по сути, не намок. Как только он проходит зону, вода включается за спиной, да, и он может дальше двигаться. И так, пошагово. Такую технологию впервые применяют в фонтанах именно здесь. Здесь что, копаем? Нет, мы не копаем. Откапываем? Мы не откапываем. Закапываем? Не закапываем. Мы укладываем цементно-песчаную смесь. Это основа под плитку. После этого мы ее уплотняем виброплитой, стелим геотекстиль, делаем цементно-песчаную смесь и укладываем на нее плиточку. Прочно кладете? Прочно. Я думаю, что лет на 20-30 нам точно хватит. Хватит? Ну давайте, давайте я вам помогу. Давайте. Да? Так, что делаем? Мы ее укладываем. Ага. Что, и все? Все. После этого мы проходим виброплитой. Просыпаем песочком, и все готово. А вот так надо делать? Не надо. Паска, паска получится. Нет, не надо. Этого делать не надо. Да. Я слышала, если так приговаривать, будет лучше лежать. Если что будет? Будет лучше лежать. Будет. Крепче. Внесла свою лепту. Я проходила мимо ребят, не имея разрешения от них, я их не снимала. Ребята задали мне один вопрос. Скажите, как я на коляске могу подъехать к озеру? Я объяснила ребятам, что таких шансов у них нет. А сегодня, как видите, здесь довольно комфортно. Отдыхающие нежатся и загорают на пляже, принимают оздоровительные ванны. Этот участок набережной подрядчик выполнил в рамках дополнительных работ по многочисленным просьбам местных жителей. Такое замечательное место, лечебное, где можно искупаться в соленой воде в лечебной, измазаться в лечебной грязи.
Вот. Ну и, в общем, в принципе, провести полезное, приятное время. Подрядчик сегодня идет с опережением с графика на где-то примерно 2,5 месяца. Стараемся ускориться. Срок реализации у нас запланирован на сентябрь 2021 года, но поставлены задачи закончить в этом году. Вот. И мы идем сегодня именно с этой целью вперед. Подрядчик со своей стороны самое главное начал, что со земляных работ все коммуникации практически там до 95% уже сегодня выполнены. Это и сеть ливневых канализаций, это у нас и сети электроснабжения, это водоснабжение, водоотведение. Поэтому сегодня ничего особо не мешает. То есть, в принципе, вперед. Только погодные условия. И главное, чтобы финансирование и Министерство строительства, которое нам очень хорошо помогает. На сегодняшний день в рамках федеральной целевой программы в городе Саки реализуется ряд объектов. Первое – это строительство набережной вдоль берега Сакского лечебного озера. Есть у нас реконструкция улицы Курортной, переулка Берегового. У нас сегодня идет реконструкция разделительных дамб, реконструкция дороги с расширением между озерами Чекрак и Ковш. Строятся канализационные очистные сооружения на 25 тысяч кубов в сутки, одни из самых на сегодняшний день больших в Республике Крым. Что, мужчины, как дела? Работаем? Работаем. Что делаем? Поднимаем этот маленький, красивый городок. Ух ты! Городок поднимаете? Вот это, понимаете, заявочка. Вот этими руками поднимаете. Да, кто же еще есть? А ну, покажите. Кто же еще, если не мы? Вот. Плитку кладете? Да, да. Получается? Получается. Качественно кладете? Да. На данном этапе мы выполняем работы строго по графику. Значит, основные у нас сложности состоят в том, что мы пересекаем очень много существующих коммуникаций городских. Так как мы вынуждены прокладывать по проекту систему ливнеприемников, а это большие диаметры, это больше 1 метра трубопроводы. То есть это глобальная работа для города, потому что в таком масштабе здесь сетей ливневых не было. Улица с говорящим названием «Курортная». Это пешеходная артерия, которая соединяет между собой все медицинские санатории. Сюда, в Саки, в первую очередь приезжают на грязи лечения, а благодаря масштабной реконструкции с применением бесшовного покрытия люди с физическими ограниченными возможностями теперь смогут передвигаться с полным комфортом. Супер, супер, супер. Людям будет где прогуляться и днем, и утром, и вечером, и ночью. Молодежи погулять. Светильнички везде, вот здесь я смотрю, проводочка выведена. Светильнички будут красивые стоять. Я немножко с профессиональной точки зрения, как строитель, все это смотрю, подмечаю и вижу, что все делается вот очень-очень грамотно, правильно и на долгие-долгие годы. Были поражены, конечно, этим озером, этим чудом света. Набережная прекрасная, атмосфера очень хорошая. Для нас Саки это был, в общем, так сказать, здравница, где можно набираться здоровья. И вот, наконец-то, наша мечта сбылась. На протяжении всех этих 4 километров пешеходной зоны, ну, во-первых, она широкая у нас, да, 5,5 метров, она и пешеходная. Здесь будет предназначена для электромобилей. Здесь смогут к морю, она соединяет у нас озерную набережную и морскую набережную. И здесь смогут все жители и также гости города, и те, кто отдыхает, и те, кто на лечение прибыл, на электромашинах от санаториев спокойно могут добираться, их будут возить до моря. Вот. Ну и здесь на протяжении всех 4 километров 19 карманов у нас, это зоны отдыха, и 5 основных зон отдыха. Это малые архитектурные формы, тут разукрашены немножко газонами, мы здесь применили и белую плитку на мраморной крошке, тоже специальную. Вот. Это будет очень интересно, напоминающую соль морскую. В сторону пресных озер было выполнено береговое укрепление по технологии гибких бетонных матов. То есть уложены непосредственно гибкие бетонные маты, они монтируются, каждый мат отдельно, это
элементами укрепляются, и, соответственно, это не дает озеру размывать откос нашей дамбы. Бед, в принципе, завершен сегодня на 95%. Вот, в августе месяце этого года мы будем его открывать. Ну, такими темпами вы составите конкуренцию южнобережным курортам тем же? Или... Да, да, безусловно, конечно. Есть хочется... такие амбиции? Да, город маленький, но амбиции очень большие. Пока что это единственное развлечение на этой набережной, но совсем скоро жизнь в прямом смысле слова закипит. Здесь будут радоваться и отдыхать местные жители и туристы, ведь строители стараются. Стараетесь? Да, очень. Стараются и работают днем и ночью для того, чтобы... Чтобы жители города Саки отдыхали, наслаждались погодой и любили свой город. Хорошо работаем, чтобы здесь люди хорошо отдыхали. Хочется, чтобы жители все-таки, ну, ценили то, что для них делается, и очень большие труды на это закладывается, причем всех. Хотелось бы, чтобы дамба, которую мы строим, радовала людей, гостей города, хозяев города. Мы надеемся, будет очень хороший результат. Это хороший курорт. Приезжайте к нам на курорт, здесь будет красиво. Добра, танца. Любви.